Сегодня в программе компания «Сахалин Энерджи» и главный университет области подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В Корсакове и Южно-Сахалинске при поддержке компании работала школа менеджера социального проекта. Это рабочее утро ректора САХГУ и главного исполнительного директора «Сахалин Энерджи» началось с посещения нефтегазового института. Уже через час Игорь Минервин и Роман Дашков подпишут соглашение о стратегическом партнерстве между вузом и компанией. А как комментируете бурение проходки? Из геологического кабинета в лабораторию геохимии. В этой аудитории площадью в полсотни квадратов разместился ультрасовременный тренажер – имитатор бурения. Полная копия элементов буровой установки делает процесс обучения столь увлекательным, что даже выпускник знаменитой керосинки Роман Дашков не прочь задержаться в аудитории. Привод лебедочки, что у нас? Отпускаем, смотрим за весом. Как только вес у нас стабилизируется, вес взяли, лебедочку отключили, клинышки подняли и майнаем. Подписание соглашения проходило в главном корпусе университета. За 20 лет работы компании на острове у практики и науки было немало точек пересечения. В начале 2000-х специалисты кафедры социологии участвовали в оценке воздействия на социальную сферу проекта «Сахалин-2». А сколько открытий принесли совместные археологические изыскания на маршруте предстоящих строительных работ вдоль трассы трубопровода. 9 лет назад в Долинском районе было обнаружено древнее жилище человека. Среди основных положений соглашения о партнерстве – сотрудничество в области образовательной и научно-исследовательской деятельности, подготовка и переподготовка специалистов, издание книг. Расширить плоскость взаимодействия в плане создания условий для подготовки высококлассных специалистов, кадров высокой категории – это как раз наша задача двух компаний – Сахалинского государственного университета и компании «Сахалин Энерджи». Мы будем этих специалистов соответствующим образом курировать, вести, и в последующем будем стараться их трудоустраивать. Но только тех специалистов, которые действительно покажут высокие результаты в рамках практической деятельности на нашем проекте. Поэтому я считаю, что это полезная работа будет для обоих сторон. Это соглашение стало шестым действующим контрактом между университетом и компанией. К слову, сегодня около 350 сотрудников «Сахалин Энерджи» являются выпускниками СГУ. Сколько можно вынашивать идеи в себе? Пора браться за их осуществление. Школа менеджера социального проекта работала в Корсакове и Южно-Сахалинске при участии и поддержке «Сахалин Энерджи». Если не знаешь, с чего начать и как довести все это до конца, Марина Михайлова из Архангельского центра социальных технологий и Наталья Тюшкевич из Московского благотворительного фонда «Виктория» помогут. Проект, в котором мы только сделаем площадку и поставим ворота, но не придумаем чего-то такого, что заставит людей выйти на улицу, начать там играть и почувствовать вкус этого, безрезультативный. У нас интерес возник, потому что в последнее время очень сильно упал престиж профессии моряка. И помимо всего прочего, город Хомск постепенно пустеет, и очень мало молодежи остается. И вот мы очень хотим задержать молодое население нашего города в городе путем привлечения интереса вот к этой замечательной профессии. Участниками тренинга стали потенциальные грантозаявители компании, те, у кого уже есть идеи социальных проектов. Профессиональные тренеры на пальцах объяснят и, главное, покажут, как придать проекту четкую форму и найти ему применение. Участок проезда между населенными пунктами Невельск и Южно-Сахалинск затруднен. Высокая опасность схода лавин. Об опасности услышишь, за город не выезжай. О коварности лавины ни на миг не забывай. Если в горы вдруг собрался, слушай МЧС прогноз, чтоб лавину вихрь снежный за собою не унес. Если снег идет, то в горы ты сегодня ни ногой. Склон опасен, это точно, и особенно крутой. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно.